В Люберцах участились случаи наездов на пешеходов. За этот месяц на дорогах округа произошло 6 ДТП с их участием. Одно со смертельным исходом. Как показывает статистика, большинство аварий произошло на нерегулируемых переходах. Для того, чтобы избежать несчастного случая, пешеход обязан убедиться в своей безопасности и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Подходим к пешеходному переходу. Снимаем капюшон, если такой есть. Убираем телефон. Находим взглядом водителя. Насколько, ну, конечно, освещение позволяет. Если несколько полос со следующим водителем, та же самая процедура происходит. Если вы переходите пешеходный переход с регулируемым светофорным объектом, алгоритм не меняется. Зеленый – это не значит, что вы должны бросаться на пешеходный переход. Всего в 2019 году на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД зарегистрировано 118 наездов на пешеходов. По сравнению с прошлым годом, эта цифра выросла на 30%. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.